Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео по игре Front Mission 3, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами кое-как защитили Исао от того, чтобы он помер. По сути, вроде как все. Пошли смотреть, куда мы там, в Фукусиму, по-моему, двигались. Поехали посмотрим, что там будет в Фукусиме. Внезапное нападение не удалось. Казуки встал на пути. Ясно. Если Такемура выживет, переворот не удастся. Нужно поспешить с нашим планом. Да, сэр. Я скажу Джароду поторопиться. Спасибо. Надо выдвигаться. Сендай. Фукусима. Окей. А чё не по... Как это назвать-то? Не по скоростной трассе. Было быстрее напрямки так. И мы на месте. Наверное, в Фукусиме будет магазин. Я в этом не уверен, но надеюсь на это. Эй, ты выжил! Спасибо. Какова ситуация? Ребекка, объясни. Дивизия Саумагахары следует за нами. Они базируются в Кагеяме и приближаются к реке Абукума. Мы переместили наши силы согласно их движению. По численности мы с ними равны, но если будем слишком долго мешкать, враг вышлет подкрепление. И этого нельзя допустить. Я должен избежать полномасштабной битвы в городе. Тогда что нам делать? Грегори? Ты же вроде Грегом был просто. Вот это да. Ты хочешь остаться здесь и наблюдать? Мы просто убьем их всех. Ты думаешь, что сможешь избежать сражения? Каков твой план? Главная дивизия задержит силы противника. Также мы отправим отряд для внезапной атаки штаба. Таким образом, отрезав их от линии командования. А ты хочешь, чтобы мы захватили их штаб? Нет, вы будете командовать подразделениями со мной. Группа Казуки захватит штаб противника. Как обычно, собственно. Ничего нового. Сначала Казуки со своей командой прорвется сквозь расположение противника. В то же время главная дивизия продвинется к Кореями. Враг, вероятно, всего немедленно выдвинет остановить главные силы. В это время Казуки со своим отрядом проникнет в Кореяму и захватит штаб противника. Ты не знаешь, где вражеский штаб? Это на окраине Кореямы, на своей площадке высотных зданий. Он, вероятно, спрятан в каком-то доме. Высотный район довольно трудно проходим. Будьте осторожны, там не так много места, чтобы двигаться, и ховер не поможет. Вы должны попасть на территорию противника. Вы сможете сделать это, Казуки. Ну конечно, мы захватим штаб. Приготовься. Начнем миссию, как только вы будете готовы. Я как знал, что в Фукусиме будет магазин. Блин, вот просто как знал. Это великолепно. Так, пойдем сначала в магазин Фукусима зайдем. Это я, получается, зря там полсерии потратил, да? На улучшение. Так, ну, снарягу. Венера, шипы. Вот они, десоты, аркбарлы. Приехали, наконец-то. Так, десота, наконец-то ты пришла. Это лучшее просто что-то. Так, каратель. Конечно, каратель. Рюкзачок это будет последний, да? Да. Снаряжку мы сюда воткнуть не можем. Компы. Ну, кстати, вот насчет компов я все думаю. Точно никакого там прикольненького не появилось? Да точно не появилось, ладно. Так. Где аркбарл? Вот она. Пулеметик. Гейзер. Это у нас что вообще? А, это огнемет. Хороший щиточек приехал. Так что по поводу компата? Ладно, не будем компы менять. Фиксим. Так, здесь каратель. Нет. Зря. Очень зря. Да, я бы Еригер не смогу поставить.
Йода Хосай, каратель. Ну, он крушитель поменяю пока. Да, обмен. А Бьеригер-то я все равно не поставлю. Ну, убираем тогда ближку. Ставим Я не выговариваю это слово, это страшно. Оставляем вот так и ставим Десота. Ну, получается, что так. Она превращается в такой полубоевой типка. Снайпер МК-11. Подожди, а сейчас на тебе что, Скоробей F2? Понятно. Установить после продажи. Щиточек. Ну, тут понятно. Десота. А здесь как раз-таки уже каратель установлен. Здесь... А, стоп, подожди. Какой каратель? Здесь как раз-таки должен стоять не каратель, а Венера. И здесь, кстати, Венера должна стоять. И в пулеметр должен стоять Ракбарл. Тут понятное дело. Где он есть? Гейзер. А вместо этого щиточка должен стоять... Крутой щиточек. Ну, здесь тоже крутой щиточек. А, стоп, подожди. А здесь по весу не выходит, да? Ну, кое-как, блин, воткнули. Даже на гейзер хватает. Ну давай воткнем ей гейзер без щиточка тогда. Делать, собственно, нечего. Что по улучшениям у нас подъехало? Четвертое улучшение, нет? Ой, стоп. Модификация ланзеров. ХПшечка подъехала, а вот улучшения четвертого уровня нет еще. Насколько я помню, седьмой подъедет максимальный уровень улучшения ХП. А у нас денег-то хватит на улучшение всего отряда. Я надеюсь, что хватит. Ну, на крайняк продам этих шунванов наших. Ну, в среднем где-то 400. Ну, 300, окей. В среднем. На двоих не хватает. Ну, значит, надо продать. Значит, кого-то надо продавать. Шуньо. Шунван. Ленхе. Еще один Сюньо. Скажем так, время от них избавиться. Фам, я тебя полностью улучшил, да? Ну вот, другой разговор. ХПшечка появилась. Бьеригер на самом деле нас спасет в этой ситуации. Так, ну все получается. Блин, а может все-таки реально компы поставить обычные? У нас, по крайней мере, они чаще срабатывали, когда были компы. Обычные. Давай, наверное, да. Купить, оставив боевые навыки. Не знаю почему, мне кажется, что это будет лучше.
Здесь вообще не хватает, здесь тоже. Ладно, поехали. Надо еще в барчик сходить. Здесь владельца магазина нет, побухтеть с ним нельзя. Пошли в бар зайдем. Тут побухтим. Аркбаррел. Какая хорошая пушка, наверное. Суя начали войну здесь, в Фукусиме. Здесь, в Фукусиме и Кириями, произойдет сбор сил. Вам следует уходить. Вы, ребят, солдаты? Я так счастлив, что смогу увидеть настоящую войну своими собственными глазами. Вы это серьезно? О начале войны? Я живу здесь всю свою жизнь. Вам придется взять на себя ответственность, если этот город будет разрушен. Понятное дело. Понятное дело, кто скажет что-то против. Кто ж скажет что-то против? Так, ну ладно, поехали. В комнату командования. Типа мы готовы как бы. Закупились новым снаряжечкой, всем остальным. Ты готов? Да готов, готов. Казуки, защити Алису. Да знаю я. Давайте вперед. Ниханмацу. Вот как это место называлось, куда нас сначала отправляют. Ниханмацу. Это какая же долгая загрузка. Ужас какой-то. Уф. 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 Не нравится мне это. Сперва нам следует прорваться здесь, чтобы попасть на вражескую территорию. С нами все будет в порядке. Мы как-то уж легко взялись за эту работу. Да все нормально. Мы выживали в таких переделках и раньше. Враг идет. Они узнали, что мы здесь? Не думаю, скорее всего, это просто разведчик. Это будет... Что будем делать? У нас нет времени, чтобы тратить его здесь впустую. Ладно, хорошо, мы должны ударить по ним жестко и быстро. Хорошо, ладно, мы должны ударить по ним жестко и быстро. Принято. Приятное впечатление, а? Если ты собираешься валять дурака, мы уйдем без тебя. Я так просто ляпнул. Блин, ребята, у вас нет никакого чувства юмора. Так, ну, естественно, нашу основную команду теперь. Теперь основную команду, кстати говоря. Без щитов, правда, остались. Не знаю, там ближников много, мне кажется. Мне почему-то кажется, что там много ближников. Это Зоркое Око. Вражеские ванзеры замечены вблизи реки Абукума. Разрешение на проведение атаки. Штаб Зоркому Глазу. Даю разрешение на проведение атаки. Начинаем огневую поддержку. Укажите расположение цели. Это Зоркое Око. Вас понял. Мы начинаем атаку. Блин. Вот это я сейчас облажался, конечно. О, два этапа. Блин, я такую миссию не помню. Вот честно говоря. Ну, кстати, здесь было бы очень удобно, если она выпустила весь свой, скажем так, залп противника. Ну ладно. Это Зоркое Око, враг находится в точке 1. Это штаб, вас понял, открываем огонь, очистить область. Фига себе, что ты утворяешь, дядь.
Враг находится в точке 1, расчистить область. Давай вот так сделаем. Не хотелось бы просто так получать по голове. Ранг D2, отлично. СВО. Прицел. Давай вот так, наверное. Залп. Блин. Ну хотя, с другой стороны, почему блин? Может быть и не очень блин. Может даже в тему. Вот осталось один выстрел сделать в него, и он умирает. Не зоркое око, больше не зоркое око. Давай до соту. Все, отпрыгался ты, дядя. Естественно, щиточком закрываемся. Распулемете его перед тем, как целикор. Прикольно. Прикольно. Так, давай, наверное, один прицел выкинем и одно СВО. Блин, еще что-то надо. Давай защиту, хрен с ним. Огонь только по корпусу. Навык плюс один. Кассово сточили. Ну, ты больше не увернешься, дядь. Нету больше зоркого ока. Вот не хватает, на самом деле, возможности зарядиться в данном случае. То есть не хватает немножечко ракеток после залпа. Ноги сразу одним выстрелом. Это зоркое око. Враг находится в точке 1. Это штаб, вас понял. Открываем огонь, очистить область. Вы серьезно? Так, в зоне 1. Это то есть вроде как вот здесь показали нас. Давай просто проскочим вот таким вот образом. Довольно интересная миссия. Правда, однообразная довольно.
Вот ты гниль. Ох и гниль. Блин. Сломал мне лапу, а? Цель корпус. Отлично. Теперь он срабатывает частенько. Ну тут кроме корпуса и стрелять-то было по факту некуда. Ну что-то мне подсказывает, что сейчас начнут атаковать Алису. Ну или... Мэйр. Это зоркое око. Враг находится в точке 2. Так, понятно. Ну типа у нас есть шанс свалить, если что, оттуда. Нет, вот сюда. Блин, ну если показали куда-то сюда, то типа вот эту, вот эта часть. Давай отойдем тогда. Еще раз потом подойдем. Серьезно, 8% попадать думаешь? Окей, ладно. Не, он его забьет, походу. Да хорош в тело-то меня стрелять. Да, как я и подумал, в принципе, куда он будет стрелять. Казуки, сделай уже что-нибудь. Чтоб они нас, как бы... Перед смертью сделай что-нибудь страшное. Ноги еще есть, целые ноги. Ты еще стоишь? А, сейчас уже тупо без предупреждения стреляете, да? Забавно. Нет, сам ты пока не пойдешь. Его сначала распулемерят. Такое себе популеметили. Это зоркое око. Враг находится в точке 2. Это штаб, вас понял. Угу. Ну, а здесь щиточки есть. Угу. В упор с прицелом. Ё-моё, а чё так больно-то? Ну понятно. Я, в принципе, так и думал, что Казуки сейчас отъедет. Не знаю почему, но я знал, как будто, что это произойдет. Ну сколько он в себя принял? Да довольно много он в себя принял урона. Щиточек, конечно. Не, аркбарл я лучше не буду использовать. Опасно. Лучше щиточек.
Отлично. Можно себе позволить получить опыта. Великолепно. Да сколько у тебя еще там ракеток, блин? Достал. Что там, штук 16, что ли, я не пойму. Я думал, у меня получится, а у меня не получилось. Зоркое око, враг точки 3. Ну мы типа побеждаем и без этой точки 3. Вылезла она вот это вот, посмотрите на нее. Увидела противник. Зоркое око. Такое себе око. Малость. Не особо зоркая. Ну вот и все. Победа. Единственное, что казуки потеряли, вот это неприятно получилось. Ну а вообще, довольно несложная миссия. Ну там он столько ракет словил, вот капец. Золото. Мы совсем разобрались. Теперь все, что осталось, отследовать Кагеяме. Алиса, предупреди штаб. Хорошо. Мы всего лишь прорвали линию фронта. Настоящая битва еще только впереди. Ну да, в чем-то вы правы. Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.